Какие торты в наших магазинах самые вкусные? Пельменям какой марки отдать предпочтение? Как выбрать колбасу? Разобраться в ассортименте уже 10 лет жителям региона помогает конкурс «Покупаем Курское», в рамках которого постоянно проводятся выставки-продажи с дегустацией товара. На этот раз свои бестселлеры демонстрировали «Нива Черноземья» и «Курский хладокомбинат». Добрый день, уважаемые покупатели! Приглашаю вас принять участие в дегустации. Торговая марка «Нива Черноземья», город Железногорск. Подходите, пожалуйста, пробуйте. Вкус ночного Парижа – это несколько разновидностей бисквита, сливочный крем и легкий банановый оттенок. Новинка года. А вот настоящий хит – торт фирменный. Визитная карточка «Нивы Черноземья». Фирменный, да, выставлялся в прошлом году. Он завоевал, выиграл номинацию «Лучший товар года». Ну, хотелось бы повторить. Это все-таки фирменный торт. Еще одна заявка на успех – куриный рулет кубанский. Многие куряне уже признали его лучшим. Теперь интересно, что скажет жюри. Рядом сосиски со сливочным маслом. С ними покупатели пока еще мало знакомы. А вот дебютанты другого участника конкурса – Курского хладокомбината. Вкуснейший пломбир в бумажной упаковке. Настоящее спасение в летнюю жару. Наше мороженое делается из свежего молока, 15%, 15% жирности. Делается с любовью. Все для наших покупателей. Для любителей традиционной русской кухни, а также тех, кто привык питаться вкусно и на скорую руку – ароматные, сочные пельмени. После дегустации поклонников у них явно стало больше. Вкусные, хорошие пельмени. Мне понравились очень, например. Вкусные, не знаю. Сочные, вкусные, похожи на домашние. В этом году свои лучшие товары на суд потребителей представили около 30 курских предприятий. Заявки на участие принимаются до сих пор. Победители будут определены в конце года в трех номинациях. Лучший товар года, новинка года и лидер продаж. Ангелина Рязанцева, Денис Федорков, телеканал «7».